Здесь, а женский голос вторит тоже.
близко, наконец! Ау! Ау! Кричу я с силой! Вдруг, как ни странно, тишина! Жена сквозь сон меня будила, будильник к уху поднесла. Ну что сказать, все это снилось, и женский голос в унисон с будильником все растворилось. Пропал и впрочем этот сон. Спасибо за внимание.